Большой волейбол снова в Минске. Девушки из клуба «Минчанка» проведут завтра первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Беларусь, пожалуй, это лучший клуб планеты – легендарный турецкий «Экзо-Чебоши». Сергей Тулупов расскажет о том, готовы ли хозяйки дать бой именитым гостям. Столичный дворец спорта не видел волейбола уже много лет. Матчи клубных турниров, а также игры национальных сборных проводятся в более скромных аренах. В Лиге чемпионов требования жестче. А когда принимаешь такого гранда, как турецкий «Экзо-Чебоши», ответственность возрастает вдвойне. Тем не менее, заранее пасовать перед звездными гостями тренерский штаб белорусок не намерен. Хотим порадовать наших зрителей, постараться порадовать наших зрителей отличной игрой. И я с самого начала говорил, если мы проходим финал, то буду очень рад, если такая команда приедет, как «Экзо-Чебоши», к нам в город. И наши болельщики видят лучших волейболистов мира. Это даже очень радует, и мы посмотрим, на каком мы уровне по отношению к ним. Матчи с предыдущим оппонентом, финским ХПК, дали много пищи для размышлений. Победив дома 3-1, девушки едва не остались за бортом главного клубного старта континента. И лишь буквально взяв боем золотую партию, дружина Виктора Гончарова прошла в третий круг отбора Лиги чемпионов. Мы бьем, они там, мы блокируем, они подстраховывают. И все было на их стороне. Ну хорошо, что пятый сет мы настроились. Я из 15 мячей, мы 10 мячей выиграли в атаке. 3 мяча они сами проиграли на своих ошибках. Из этого сложилась наша победа. Заранее сдаваться на милость победителя «Минчанка» не намерена. Лига чемпионов – такой турнир, где нередки сенсации. Практически все девушки в боевой готовности. И, конечно, настроены бороться за каждый мяч. Все готовы, я доволен их подготовкой, их отношением. И думаю, что завтра мы постараемся показать хорошую игру, порадовать наших зрителей, невзирая на то, что это двукратный обладатель Кубка мира. Стартовый свисток во дворце спорта прозвучит в 19:00. Минчанка? Вперед! Ору-оло!